страшные скидки. Всем привет! Впереди новогодние праздники. Кто-то отправится отдыхать, а кто-то планирует воспользоваться временной передышкой, чтобы сделать ремонт. И без дрели тут не обойтись. Всевозможные сайты предлагают инструменты для ремонта по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Дрели используются в строительных, отделочных, столярных и слесарных работах. Стандартная электродрель подходит для сверления металла, древесины или гипсокартона. Ударная дрель справляется с бетоном, кирпичом или камнем. Со специальными насадками этот инструмент также применяют для шлифовки древесины и пластика. На сайте Wildberries дрель шуруповерт Z-Track сейчас продается со скидкой за 1189 рублей. Ее прежняя цена 1690. Имеется встроенный фонарик для работы в плохо освещенном месте, 18 скоростей, литиевый аккумулятор рассчитан на 1,5 часа, двусторонняя бита в комплекте. На сайте Озон дрель шуруповерт Redwerk предлагают за 3672 рубля. Ее прежняя цена 4590 рублей. Питание от аккумулятора, ударный режим, тип патрона, быстрозажимной. На сайте Яндекс.Маркет дрель ударная сейчас продается со скидкой в 35% за 1631 рубль. Регулировка частоты вращения, реверс, работа в стойке сверлильного станка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка. На сайте CityLink дрель ударную Bosch сейчас предлагают со скидкой за 4200 рублей. Односкоростная, тип патрона, быстрозажимной. Есть функция сверления с ударом, функция реверс. В наличии дополнительная рукоятка, есть ограничение глубины сверления. На сайте DNS дрель Makita сейчас предлагают за 5199 рублей. Есть режим сверления с ударом, тип патрона ключевой. Возможная регулировка числа оборотов. Есть реверс, ограничитель глубины сверления, блокировка случайного включения. Инструмент безударного типа – это оптимальный выбор для некрупного ремонта дома или на даче. Дрель-шуруповерт подходит для сверления и для вкручивания саморезов. В режиме сверления инструмент работает с высокими оборотами и малым крутящим моментом, а в режиме шуруповерта – наоборот. Ударная дрель напоминает перфоратор. Однако стоимость ударной электрической дрели ниже, чем у самого дешевого перфоратора. Возможности такого инструмента ограничены. Например, ударные модели не выдерживают постоянной интенсивной работы с твердыми и плотными материалами. Если использовать электродрель только для бетона или кирпича, она потеряет в точности сверление или просто выйдет из строя. Если у вас есть потребность регулярно сверлить плотные и прочные материалы, то вместо дрели по бетону лучше купить перфоратор. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!